Красота и здоровье. Как настроение влияет на здоровье и красоту? Задумывались ли вы о том, насколько тесно связано наше здоровье с настроением? Ведь это единый механизм. Наше настроение влияет на наше самочувствие. Большинство болезней и недугов мы, как правило, придумываем себе сами. Тело человека и его мысли представляют собой единое целое. Негативные мысли, обида, злость, раздражение, стрессы – все это сказывается непосредственно на здоровье, вызывая общую слабость и различные заболевания. Но если мы изменим настроение и мышление на позитивное, мы станем чувствовать себя здоровее и счастливее. Ведь давно уже замечено, что люди, испытывающие положительные эмоции, менее подвержены различного рода заболеваниям, чем те, кто находится в состоянии уныния и апатии. Связано это с тем, что у жизнерадостных людей ниже уровень гормона стресса – кортизол. Если этот гормон находится на высоком уровне, это способствует развитию многочисленных заболеваний. Так как наше настроение влияет на наше здоровье и красоту, давайте больше улыбаться и радоваться простым вещам, которые нас окружают. Посмотрите на этих улыбающихся животных. Я надеюсь, у вас поднимется настроение, и вы станете здоровее и красивее. Всем хорошего настроения! Если у вас поднялось настроение, можете сообщить об этом всем в комментариях. А если понравился ролик, вы знаете, куда нужно нажать. Будьте здоровы и красивы!